Принята новая редакция налогового кодекса, Александрович. Резидент СС на весь период до 2050 года, на весь период деятельности свободной экономической зоны, освобождены от налога на прибыль, если ты экспортируешь продукцию или продаешь другому резиденту СС. Если ты эту продукцию продаешь внутри страны, тогда платишь налог на прибыль. То есть этим самым мы стимулируем экспорт, чтобы занимались экспортом. И вот по всем СЭЗам у нас сейчас доля экспортной продукции в общем объеме производства 65%. Илья Александрович, в прошлом году все резиденты СЭЗ заплатили 1,3 миллиарда рублей налогов. Это 3,5% в доходной части, процентов в доходной части всего бюджета. Я не могу там вот сразу сказать, что для нас они благо, для государства. С точки зрения людей, зарплаты, молодец, высокотехнологичное производство. Ну, экспорт, импорт и прочее, все это должно быть выгодно государству через налоги там и так далее. Постоянно у меня эта тема в голове вертится, и я поручил по налоговому кодексу, будем смотреть. Но вы видите, в какой ситуации функционирует государство. За каждую копейку приходится, да, драться и за рынки там, и прочее, прочее. Надо в равные условия ставить, не обижая там никого, но надо выравнивать, чтобы была конкуренция соответствующая. А так я приезжаю на предприятия, которые вне свободной зоны, особенно государственные, и они мне говорят, ну что ж, в свободной зоне это, а у нас вот это. Главное от экспорта, чтобы валюта поступала. Да, валюта. Валюта сюда. Валютный баланс, да. Ну и желательно, чтобы эта валюта тратилась здесь, а не то, что он ввез валюту сюда и вывез завтра.